Всем доброго здоровья! Доброго здоровья! Пятница. Мы начинаем тренировку. Последнюю на этой неделе. И потом 2 дня выходных. Ура! Да. Катя, давай, поехали сразу. Вот не надо мне вот этого. Без разговоров. Да. Обеими плечами, обоими плечами. Вдвоем плечами. Вдвоем? Да. Двумя плечами поднимаем вверх, опускаем вниз, выполняем 10 раз в одном подходе. 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кружочки вперед, кружочки назад. Тоже по 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. И в обратную сторону. Раз. Макушка тянется вверх, спина ровная, лопатки соединяются. 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Хорошо. Я вообще, кстати, педали крутил, старался держать ровно, вот прямо, как ты говорила, макушка вверх. Я устал. Устал быстрее, чем когда не держишь? Устал быстрее и вообще, и спастики зато не было. И ноги чувствовал по-другому. Уводим ручки вперед. Одну руку уводим в сторону с поворотом корпуса и головы, возвращаем в исходное положение перед собой, уводим вторую руку в сторону с корпусом и поворотом головы, возвращаем вперед. Это практически мое самое нелюбимое. Практически самое нелюбимое, то есть мы до нелюбимого совсем не дотянули, уже хорошо. Нелюбимая ждет меня. Сосредоточились, спина прямая и пошли. Поворот головы, корпус, раз, вернулись, зафиксировались. 2. На место. 3. На место. 4. На место. 5. На место. 6. На место. 7. На место. 8. И еще 9. Завершаем. 10. Хорошо. Отдышаем. Меня аж подташнивать начало от сложноты исполнения данного комплекса упражнений. Если прям сильно будет подташнивать, я тебе дам пакет. Вот что я не сомневался, что... Что я тебе позабочусь. Да, да, да. Давай в другую сторону. Ну как, ну подожди. Ну я жду. Ты понимаешь, что это? Понимаешь. Присоски сегодня не очень работают, надо... Надо втянуть. Втянул? Нет. Давай. Ладно, хорошо, так. Начинаем. Стоп. Раз. 2, 3, 4, 5, 6. Обязательно работает корпус и голова вслед за рукой. 8, 9 и 10. Хорошо, расслабились. Это очень сложное упражнение. Это сложное упражнение. Очень эффективное. Очень. Но очень эффективное. Очень она эффективная. Хорошо. Центром ладошки растягиваемся в обе стеночки, фиксируем положение 10 счетов. Как будто раздвигаем пространство. И время. И время. Да вот прям. Да. Тянемся. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. 8, 9, 10. Фу. Хорошо. Хорошо. Все, спина у меня заболела, все болит, ноги болят, я пошел. Хорошо, идите. Хорошо. Из этого же исходного положения обе руки разведены в стороны, выполняя круговые вращения на прямых руках в одну, во вторую сторону по 10 повторений в каждую. Ладно. Да. Растянулись и раз, два. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Отдышались и в обратную сторону. Домомучительница. Как есть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Фу. Хорошо. 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 Следующее упражнение. Ручки развели в стороны. У нас прячется... будет пауза когда-нибудь, нет?
позже. Ладно. Одна прячется за затылок, другая за поясницу. Вот таким вот образом выводим ручки в стороны, меняем их местами. Не надо меняться. На каждую руку ведем счет. 10 раз получится. Давай. Развели. Раз. Раз. Два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. Пять. Пять. Шесть. Шесть. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять. И десять. Десять. Хорошо, расслабились. Вот видела, как я делала уже? Ты молодец, получше. И спина ровная, и макушка тянулась вверх, и не колбасила тебя вперед-назад. А так ты присосался. Да. Ягодичками к кушетке. Все понятно стало. Я бы сказал, не ягодичками. Да, ну. Мы не будем это озвучивать. Люди-то догадались. Хорошо. Ладно. Так. Так, следующее, что мы делаем, руки развели в стороны, одна ладошка будет у нас смотреть вниз, а другая у нас будет смотреть вверх. И мы будем менять это положение 10 счетов на каждый поворот. Финти-минти какие-то придумала ты. Да, удерживаем баланс, прорабатываем ротаторную манжету плечевого сустава. Ротаторная манжета плечевого сустава. Я скоро буду профессионал, кстати. В термин. От слова профессия, а не... То, что вы подумали. Ну что, давай. Раз, раз, два, два, три, три, четыре, четыре, пять, пять, шесть, шесть, семь, семь, восемь, восемь, девять, девять и десять, десять. Хоп! Ох! Вся манжета проработалась. Вся манжета? Хорошо. Полностью. Ну, раз уж такое дело, берем палочку. Сейчас мы твою манжету как заманжетим. Еще и подрастянем. То есть это еще не финал, да? Нет, это продолжение. Берем палочку широким хватом, максимально широким. Угу. И выполняем подъем палочки вверх, возвращаем в исходное положение. Хорошо. Давай. Думаешь, я так хорошо, настолько хорошо присосался? Сейчас проверим. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Хорошо. Хорошо. Выполняем кружочки вперед, кружочки назад. Десять. Давай, у нас работа. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. У меня семь, один вопрос, пап. Восемь сейчас. Папа, он сейчас стоял на зарядке ночью. Почему он выключился? В обратную сторону. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять и десять. Хорошо. Ставим палочку. Одна рука у нас остается вдоль корпуса, а вторая поднимается в верхний противоположный угол. Локоть сгибается, получается импровизированное окошко. Возвращаем руку в исходное положение. То же самое выполняем второй рукой. Я работаю с лентом, с лентой, поэтому у меня будет натяжение. Я вообще думаю, если можете интернет отключить, а то вот это все новые эти упражнения идут, идут, или ты их знаешь, сама придумаешь. Конечно, сама знаю. Сделаю в интернете. Скажи, у меня его и нету, да. Я до сих пор пользуюсь почтой. Почтой. Ты причем голубиной. Голубиной. Так, ладно. Взял полочку. Сюда. Края. Одна рука осталась, а вторая поднимается. Раз. На место. Давай в одну сторону. Давай. Два. Три. Фу. Четыре.
5. Головой не кивай. Я не могу. Попробуй, постарайся. 6. 7. Сейчас лучше. 8. 9. И 10. Да, это... Что это? Хорошее упражнение, новое, между прочим. Блин, у меня... Голова закружилась. Давление упало. У нас просто сегодня дождь лупит, как кольша. Выполняем упражнение в другую сторону. Одна рука осталась, а вторая вырисовывает окошко. Раз, на место. Два, на место. Три, на место. Четыре, на место. Пять, на место. Шесть, семь, восемь, девять. И завершаем. Десять. Это сложно. Хорошо. Это очень сложное упражнение. И начинает разгонять кровь по нашему телу. Хорошо. Потому что давление начинает падать. Все такое, знаешь, хочется дремануть. Поднимаешь руку, фиксируешься, плюс концентрируешься на движении. Можно, да. И на баланс. На баланс очень сложнее, потому что мы в одну сторону направляем и две руки. И еще надо выпрямиться и удержаться, чтобы не наклониться. Хорошо. На сегодня с разминочкой у нас все. Мы сейчас поворачиваемся к шведской стенке, вертикализируемся. А потом закружим. Да, кстати, сегодня будет новое упражнение для шейного отдела, но из положения лежа на кушетке. Смотрите, не пропустите, как я умирать буду. Мы повернулись к шведской стенке. Сейчас мы, как обычно, будем подниматься. Первое, что делать, это растягиваться. Давай. Из положения стоя. Раз, два, три. Я вчера сам вставал, я... Это было капец какой-то. Еле я дотянулся, короче. Вы должны понимать, что вот эта вертикализация, растяжка и упражнение возле шведской стенки, то есть это неизменная часть вашего занятия. Если у вас шейная травма, либо травма грудного отдела позвоночника. Это да. Ах ты, Злата. Ладно. Так, Катя, говори, что мне делать? Значит, что мы сейчас делаем? Мы немножко покачиваемся тазом вперед, при этом растягивая пресс. Пытаемся дышать животом. Нормально так я делаю? Да, 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 все хорошо. Ты по ощущениям чувствуешь, что у тебя немножко отпускает пресс? Да. Ну как отпускать? Болит, блин. Болит, но расслабляется. Да. Нету состояния спастичности. Есть. Что есть? Спастичность. Но ты... Она становится меньше? Нет. Нет. Болит больше. Болит больше. Да. Так, ну хорошо. Растянулся. Теперь руки поднимаем выше. Выравниваемся и дышим животом. У меня так хрустит шея, я не знаю. Расшевелили, наконец. Как-то куда не повернусь. Как этот терминатор, только чуть-чуть подржавел. Терминатор. Потянулись, выровнялись. Выровнялись. Терминатор умер. Фиксируемся руками. Терминатор умер. И начинаем подниматься на носки с перекатом на пятки, как будто заглядываем за забор. Пытаемся заглянуть, что там. Работает корпус поднятия вверх, работают да. Ноги, работает нагрузка на носок. Да, все работает. Только зарплату не платят. Только зарплату не платят. Мы это исправим. Так, теперь переминаться вам, да? Да. Поперекатывались. Почувствовали ножки, расставили их чуть пошире обязательно, чтобы было расстояние между стоп, ширина таза приблизительно. И перекатываемся на одну, на вторую ногу. Вторая нога в этот момент может исполнять шаговое движение, то есть слегка сгибаясь, разгибаясь в коленном суставе. А бедро подаем, да? А бедро, да, как будто подаем для шага.
Так, что? Присаживаемся. И будем выполнять после перерыва приседания. Так, значит, мы выровнялись. Ножки поставили на ширину таза. Я беру валик, укладываю на бедро. Дима присаживается, то есть выводит таз назад. Руки держатся чуть ниже для того, чтобы больше нагрузка была на ноги. Касаемся валика бедром либо ягодицами. Да? Ну, и возвращаемся в исходное положение. Как-то ты сильно низко, наверное, положила. Не, я уже приподняла. Просто таз больше назад выводи. Угу. И на место. Три. На место. Четыре. На место. Пять. На место. Обратите внимание, когда вы присаживаете, таз должен идти вниз и назад. Не просто вниз к пяткам, а вниз, и как будто позади вас стоит стул, либо вы хотите усесться там на унитаз, да, и выставляете, оттопыриваете попу. Дима, сколько? 10. Хорошо. Сейчас небольшой перекурчик. Вообще не могу говорить, так все живет. Так, сейчас. Красиво стоит, как мне нравится. Фу, так. Ладно, еще надо сколько? Еще хоть, десяточку. Хоть один раз. Еще хоть один раз десяточку. Спина колом, блин. Растянуться надо будет сейчас. Возьмись руками пока на уровне груди и опять подавая тазом вперед, подыши животом. У меня живот не держит. Не держит живот? Хорошо, присаживайся. Так, сейчас немножко отдохнем и будем становиться и выполнять. Итак, поднимаемся и выполняем третье наше занятие. Задание. Давай. Вот я когда встаю, ну, ноги напрягаю, ну, мне надо толчок дать, вот этот вот толчок, угу. Импульс. Даю на бедра, и у меня такая сразу, чуть, как будто кто туда нож всадил. Резкая боль, да? Да, да, именно в бедра. Ну, вот в мышцы, которые напрягаю. Вот, угу. Вот, поняла, о чем суть? Я поняла, да. В места прикрепления четырехглавой мышцы, саму, вот сюда. Саму мышцы, сами мышцы. Сами мышцы, по всей, на всей протяженности? На всю протяженность, когда напрягаю. Вот когда хочу встать, вытолкнуться. Угу. Либо, вот допустим, хочу сейчас встать на носочки. Все, у меня икра сразу такая, как нож кто засовывает. Ну, угу. Так, я поняла тебя. Какие-то болевые импульсы идут, не знаю. Переплелись какие-то волокна нервные. Нервные, да. А возможно, кстати? Не. Даю одно, а оно делает другое. Ладно. Ну почему? Делает, ты же встаешь просто, что тебе дает это дополнительно еще реакцию болевую? Ну да, ну как бы есть реакция. Так, ножки ставим на ширину таза, выравниваемся. Перебираем руками на несколько планочек, чтобы понять, насколько уверенно мы стоим. Да? Стоим, а вы как? Ну ладно, надо делать. Выравниваемся. Как вам нравится. Как я люблю, да. Ну, давай, ладно. И выполняем имитацию шагового движения корпусом. То есть работа корпусом лево-право, соответственно, с руками. Раз, раз, два, два. 3, 3. Не работая. Это у нас получается 18 раз мы сделали. Слабак. Ну что, слабак? Ну вот сегодня так, а что поделать?
Не всегда идет тренировка так, как нам хотелось бы. Mm-hmm. Иногда организм Димы вносит свои коррективы. Да, я хотела быть сверху, но организм Димы сделал коррективы. В общем, мы сейчас укладываемся на кушетку и будем выполнять растяжку. Нам сегодня нужно хорошо очень растянуть пресс, потому что всю эту неделю достаточно спастичная была эта область, и мы хотим перед выходными потянуться. Смотрите нас дальше. По почкам. Оп, сами упрямились. Гусеничка. Гусеничка, да, тоже очень хорошее упражнение. Потому что Дима работает. Это не упражнение, это образ жизни. Поэтому, да. Значит, смотрите, мы сейчас улеглись, и я обещала новое упражнение с положения лежа для шейного отдела позвоночника. Что нам нужно для этого сделать? Значит, первое, мы подготавливаем шею, это мы выполняем обычные повороты головы лево и право, из положения лежа. Руки куда? Руки вдоль туловища, на живот, куда тебе нравится, чтобы они тебе не мешали. Поворачиваем подбородком к одному плечу, выпрямились, и к другому плечу, выпрямились. Три, выпрямились. Три, выпрямились. Четыре. Выпрямились. Четыре. Выпрямились. И еще по разу. Пять. Выпрямились. Пять. Выпрямились. Остановились. То есть мы немножко размяли шею своими поворотами. Далее мы хотим включить одну сторону, то есть изолированно проработать. Что нам для этого нужно? То есть мы поворачиваем голову подбородком к одному плечу, и верхнее наше ушко будет стремиться к центру нашей груди. То есть вот такого плана упражнения. Но перед тем, как сделать это упражнение, учитывая то, что мы только слегка размялись, мы сделаем статическое упражнение. То есть мы сделаем напряжение верхнего ушка к грудному отделу без движения. Что это значит? То есть мы повернемся, я положу руку Диме на височную кость, а он будет ушком тянуться опять к груди. Движения как такового не будет, но будет максимальное напряжение. Удерживаем это напряжение где-то 5 секунд, расслабляемся. Затем поворачиваем шею в другую сторону и выполняем это же, имитацию этого же движения. Поворачиваемся. И получается ушком вот сюда, а я не пускаю. Напрягайся. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабился. Ну как? Ну, больно. Идет напряжение в шее, да? Вот здесь вот. Угу. Больно в смысле напряжение или больно какая-то острая боль? Нет, напряжение. Почему, уточняю, этим ушком к центру груди? Почему я спрашиваю про болевые ощущения? Боли быть не должно. Напряжение, да, боли нет. То есть... У меня напрягается вот здесь, на участках, капланка, где вот это, вот, вот, короче, к черепушке, где крепится. Да, здесь получается грудино-ключично-сосцевидная мышца работает, и лестничные мышцы наши включаются. Я бы сказал, мышцы работают, да. Давай, по три раза мы сделаем, в каждую сторону. Сюда тянемся. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабились. Поворачиваемся. Тянемся. Раз, два, три, четыре, пять. Расслабились. Поворачиваемся. Тянемся. Раз, два, три, четыре, пять. Голова не кружится? Звездочек нету? Я не понимаю, что это. Давай. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, выровнялись. Можно немножко покачать головой лево-право. Малоамплитудное движение, как бы расслабить Пойдись. Себя. Да, да, вот это именно выполнить. А теперь мы выполняем в динамике это же упражнение. Тоже острой боли быть не должно, головокружения быть не должно. То есть мы повернулись и уже делаем наклон верхнего ушка к центру груди, возвращаемся в исходное положение. Паузы делать мы не будем. Просто спокойно выполняем это упражнение. Повернулись, ушко к центру груди тянем, расслабляем, поворачиваем. Ушко к груди тянем, расслабляем, голову поворачиваем, опять тянем, расслабляем, поворачиваем, тянем,
расслабляем, поворачиваем, тянем, расслабляем, поворачиваем и тянем, расслабляем, поворачиваем. Короче, когда в статике было, больше сзади напрягались, а когда в движении, в динамике, как ты любишь говорить, да, вот здесь напрягается. Передняя. Ну, передняя, угу. Да. Задняя и передняя сторона, вот и вся разница. Да. Да? Да. Еще мы сегодня будем качать пресс, и вот обратите внимание, сейчас мы тоже такой эксперимент проведем, то есть я попрошу Диму сделать, а он расскажет про свои ощущения. А он цену сразу. Значит, что мы делаем? Вот допустим, когда вы качаете пресс, что у нас получается? Мы когда качаем пресс, мы пытаемся держать голову ровно, голова продолжение позвоночника, да? И в этот момент у нас очень сильно напрягаются мышцы шеи, да? А если мы чуть-чуть подбородком опустимся к грудине, то есть у нас тоже будут напрягаться мышцы шеи, но уже не с такой интенсивностью, да? То есть вот ты, допустим, не прижимая подбородок пока к груди, тянись к моей ладони. Раз, да? Два. Напрягается шея. Три, напрягается шея. Да. А теперь чуть-чуть прижми подбородок к груди. Раз, два, три. Больше пресс напрягается. Больше пресс напрягается. То есть вот, да. Вот этот вот нюанс, обратите внимание, когда вы работаете на мышцы пресса, чтобы не уставала ваша шея, а вы нормально проработали пресс, сделайте небольшой наклон подбородка к груди. А зачем ты выдаешь всем секреты? Я же обучаю, как правильно. Знаешь. Для того, чтобы дать пользу. Секретное видео. Секретное видео. Ну хорошо, мы сделали упражнение для шеи и начинаем растяжечку. Так, нам нужен валик. Мне кажется, я растяну. Ты уже растянулся? Пока мы работали шеей, Дима растянулся. С кем-то. С кем-то растянулся. Так. Так, зафиксировались. Укладываем. Там, где надо? Да. Руки вверх, потихонечку дыши. Растянулся, ну класс. Сейчас повесим утяжелитель и еще покрутишь кружочки руками. Педали. Педали. Пока не дали. Крути педали, пока не дали. Ну что? Я выполняю растяжечку ног. Так, начнем, наверное, со сгибания. Сегодня начнем со сгибания в коленном тазобедренном суставчике. Вот вроде лежал, не было спастики, только взяла, да? Ага. Понеслась. День немножко в сторону выполняем, нога прямая, колено не сгибается, прорабатываем тазобедренный сустав, растягиваем внутреннюю поверхность мышц бедра. Поотводили. Ножку мы уже вначале позгибали, поэтому сейчас будем прорабатывать тазобедренный сустав за счет наклона коленного сустава в сторону. Лежим ровненько. И никуда не ухожу. Да? Да. Замечательно. Значит, что мы сейчас делаем? Опять что-то придумала. Мы уже делали эту растяжечку. Значит, лежим ровненько. Я поворачиваю таз, а ручки у тебя в стороны могут быть, либо ровно. Потихоньку. Ягодичка растягивается, поясничка да. растягивается. Пресс постирует. Да, хорошо. Ну, сейчас чуть-чуть по-другому. Сейчас будем выпрямлять ножку. Опа. И больше на ягодицу растянем. Задняя поверхность. Задняя поверхность, да. Дима дышит. Ну, так себе. Я бы не назвал это дыханием. То есть я не давлю. Может, вам кажется, что я сильно давлю на ногу. На самом деле нет. Я просто сдерживаю колено, чтобы оно, видите, не присогнулось. Я обалдею, если честно. Уже у меня это... Улетаешь? Практически, да. Хорошо. Ставим ножку на место. Так. И
в обратную сторону чуть-чуть растянемся. Увели тазобедренный, согнули ногу в коленном тазобедренном, положили ножку на ножку и чуть-чуть в сторону повели. Хорошо. И осталось нам подтянуть заднюю поверхность. Эх. Она думает, что ее не растянут сегодня. Да, я вижу, что она сопротивляется изо всех сил. Фиксируем вторую ножку нажатием, которая находится внизу. А ту, которую растягиваем, выпрямляем в коленном суставе и как будто проталкиваем вперед. Расслабляем и опять. Ну, балдею, нормально, голова кружится до сих пор. От успехов. Это от успехов, да. Не, нормально, все-таки погода, она действует как-то так. Наступила грусть, пройдусь. Отлично. Вам нравится моя ножка? Все супер. Какая напряженная. Да. Расслабься, чё ты. Проработаем пальчики и переходим на вторую ножку. Вторую ногу. Не ногу, а ногу. Все да. Равно не ногу. Начинаем со сгибания. В коленном тазобедренном суставе вторую ножку нажимаем. Теперь прорабатываем в сторону. Тазобедренный сустав в согнутом положении. Дима решил проработать трицепс. Правильное решение. Вот я его начал почти на каждой тренировке делать, он у меня становится крепче, мне как-то... Каждый раз все крепче и крепче. Веслами грабать легче. Пересаживаться легче, упор лучше на руку. Так в этом же и смысл, что система, когда работает система, то есть одни и те же группы мышц, нагружается определенный промежуток по времени, они становятся сильнее. Я тебе куда шла? Косая. Ногами и бедро. И жопа очень тянется. На место. И будем растягивать заднюю поверхность бедра. Вот сразу по ногам чувствуется, какая нога растянута больше, по задней поверхности какая меньше. И какая больше. В этом больше растянута. Так, ну что, мы зацепили, получается, ленту одну на голень через вот такой манжетик. И будем выполнять движение от центра наружу. Ну, как минимум 50 раз. Да. Раз, да, два, побольше, три, четыре, куда хочешь, главное не упирайся, пять, шесть, семь, так, прекращай, ну, семь, восемь, девять, десять, боже, одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать, тринадцать, двадцать, двадцать один, двадцать два, двадцать три, двадцать четыре, двадцать пять, двадцать шесть, двадцать семь, двадцать восемь, двадцать девять, тридцать, 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 девять, сорок, 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 сорок шесть, сорок семь, сорок восемь, сорок девять, пятьдесят. Мы выполняли движение от центра наружу. Пятка фактически касалась кушетки. То есть она не лежала на кушетке, но по кушетке скользила. Да. Да. Еще оно получается, амплитуда движения увеличивается, когда стараешься втянуть в себя живот. То есть за счет напряжения пресса добавляется амплитуда, получается. Ну, как ты понимаешь, я же не то, что могу втянуть себя в живот, понятно. Там у меня же нет таких возможностей сумасшедших. Ну, когда вот стараешься и делаешь, тогда мне так кажется, что амплитуда увеличивается, по моим ощущениям. Ясно. Отдохнули и поехали на второй подход. Раз, два, три, побольше старайся, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 13, 13, 14, 15, 15, 15, 15, 20, 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
50. Я так устаю так потихоньку. Ну-ка, ну-ка. А ну так надо же сделать до 50. Я ж себе давай, а то ты не дотягиваешь, потихоньку достаешь. У меня все мышцы болят на ноге. Хорошо. Отлично. Японский здрасте. И то же самое мы будем делать с одной ножкой. Да, и это получится. Такое блюдо получит мой каждый гость, типа кино такое говорит, что там передача. Так. Фиксируем манжетку на голени, на липучку. Ротаторную. Что? Ротаторную. Ротаторную. Манжетку. Манжетку. Так. Вот у нас получилось. То есть у меня есть от центра наружу второй ногой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Спастика 7, да? Да. Спастика подняла ногу. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 40, 49. Отдыхаем. Аж бьет ток. Ногу? Живот. Живот? Да, да, да. Прикольно. Да? Вообще, какие-то такие новые ощущения все прикольные. Вообще, первый раз как первый класс. Хотя, казалось бы, резинки всегда начинаются в самом начале после травмы, когда начинается реабилитация. То есть это одно из самых простых и первых упражнений, да, с которого нужно начинать. Ну что, продолжаем? Ну да, наверное. Ты же не отстанешь. Нет. Да. Тогда что, поехали? Да. Два, три, четыре, пять. 6, 7, 8, 9. И на последнем. Блин, мне кажется, в прошлый раз мы без этого делали, без валика, нет? Да, мы в прошлый раз делали. Почему мне так тяжело? Я вообще не понимаю. Потому что лучше это получалось. Потому что у тебя перерастянута передняя брюшная стенка за счет валика под тазом. Вообще, я думаю, бляха, ну лучше было, ну что это такое? Ах ты, Катя, ах ты. А-та-та, да? Блин, вообще взял, давай здесь вот тут положим, да, здесь вот ножичку. Заболтала меня всякая языкатая. И все? И все, на. Так, а теперь что мы делаем? То есть мы сделали два подходика по 50 раз на каждую ногу, работая от центра наружу. Теперь мы будем работать от наружу к центру. То есть мы цепляем нашу резинку на более дальний угол. Уголка от шведской стенки. Фиксируем манжет на голени. И для увеличения амплитуды я чуть-чуть подвину кушетку, чтобы наша пятка была практически на краю кушетки, но не заводилась за край. Так? И из этого положения... Сейчас я посмотрю, может еще... Да, вот так вот, отлично. Тоже пятка скользит по кушетке, и мы работаем вовнутрь 50 раз. Настроение поднимается, да? Да. Вот вроде приводящие, отводящие мышцы, а другие. А другие. Да, давай. Раз, два, три, четыре. 50. Капец, вообще, для невозможности тяжело. Значит, мы немножко отдыхаем и на втором подходе, возможно, мы сделаем чуть поменьше, посмотрим по силам, будем стремиться к 50, да, у меня к тебе вопрос. Обрати внимание, как при этом упражнении включается широчайшая мышца спины, в общем, как работает у тебя поясница и ягодица? Ну, я не обращал внимания, у меня работает вот паховая, вот эти,
вот эти мышцы, вот эти паховые. Мне сейчас интересно узнать про твое напряжение, именно когда ты это делаешь упражнение в отношении поясниц. Ну, живот, косы вот здесь по-любому. Перед будет работать в любом случае. Но за счет того, что мы выдвинули таз чуть вперед, провалившись, да, в пояснице, подключается там что-то по другим твоим ощущениям или нет? Давай, вдох-выдох. И погнали. Погнали. Уи-ха! Раз, два, три, четыре. 40, 49, 50. Уже два последних на пределе. Как ты мне сказала, обратить внимание на спину. Короче, да, у меня на ягодицу. Ну, чуть сразу не предупредила. Я обратил внимание на спину. Спина включается в области поясницы. Когда я этой ногой делал, вот эта сторона, вот позвоночник, вот эта полиндрица. Угу. Очень сильно. Офигенно сильно. Она прям вот как, знаешь... На ягодичная мышца тоже будет включаться, и мышцы крестца тоже. Я посмотрю на следующей ноге. На следующей ноге мы обратим на это внимание и вам расскажем. Очень сильно, да, вот эта вот поясница, она оказывается в танке. Она случайно, ну что поделаешь? Да, все нормально. Так, ну что, да. Вовнутрь работаем, обращаем внимание на поясницу, на ягодицу. Да, два, ягодица напрягается три, очень сильно. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 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 20. Да, ягодица очень сильно напрягается. С этой стороны напрягается спина полиндрица, вот это внизу, в пояснице. Не вверху, не в спине, а внизу. Вот это вот крестец, вот где соединяется, очень так гореть начинает. Ну, приводящий пресс. Какое-то вообще очень хорошее упражнение. Какое-то очень хорошее. Упражнение все то же самое, просто вот мы чуть-чуть поменяли положение. За счет валика выдавили таз вперед, и по-другому включается мышечный да. Выполняем второй подход. Раз, два, три, Следующие наши упражнения будут интереснее, чем предыдущие. Я очень надеюсь. У нас нога окажется на весу. И вот здесь вот мы будем прорабатывать ягодичную мышцу. За счет напряжения вниз. Попробуем. Есть вариант? Нет. Да я сейчас нажму. Я сейчас нажму. Раз, два, три, четыре, пять. Не было спасти. Не было? Безумно тяжело делать вниз. Это знаете что? Это поднятие таза, только вот этот вот тот момент, когда надо дальше вытолкнуть. Когда надо дальше вытолкнуть, либо когда прям только-только оторвать. Блин, я не знаю, это очень сложно, больно. И непонятно, неприятно. Не, оно... Понятно? Да, оно все понятно. Просто оно очень тяжело. Оно вот как будто хочешь таз вытолкнуть вверх. Да, и тогда нога опускается. Ну, ты поняла, как я делала? Я поняла, как ты делал. Но мне теперь тоже важно, вот смотри, обрати внимание на то, как ты напрягаешь ягодицу и прямо попытайся ее дожать. Очень сильно ее напрягаю и дожимаю ее до предела. И это я тебе говорю. Нужно орехи колоть. Хорошо. Хорошо. Раз так, то давай второй подход. Раз. 7, 8, 9, 30. Блях, подожди, сейчас. Давай. Вообще просто какой-то просто пипец. Огонек там, огонек? Огонек, да, блин, на костре жарят бабуины.
Сергей, я не могу. Отдыхаем. Да. Остужаем правую булочку. Обморок, она ржет. Так ты же лежишь, далеко не упадешь. Ну что, я посмеяться не могу. Можно позитиве. Немного не плачет. Это радость и слезы. Раз мы на позитиве. На позитиве. Давай отдыхаем и будем жарить левую булочку. Устроила мне тут мангал. А потом в Макдак. Да. Прям в центр. Макдака. Надо булочки с кунжутом, да? Катя, сейчас дай сосредоточиться. Булочки, кунжут, вот это что? Я не знаю. Давай. Ладно. Вдох, выдох и поехали вниз. Раз, два, три, четыре. Можно ругнуться на камеру? Ладно, нет, не буду. На камеру не ругайся. Я не знаю. Ты не уверен? Не уверен, что я сдержусь. Мне вообще так тяжело. У меня так все горит, Катя. Булочки, как ты говоришь, там прижарка не пошла? Нет, дым пока не идет. Дым не идет? Нет, нет. Легкое головокружение, кстати. Ладно, ты же скажешь, еще надо делать 14 подходов, да? Ну, 14 нет, но еще один давай на эту ногу, вот именно в этом положении сделаем. Давай. Господи, помоги. Давай. Молись своим богам. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, двадцать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, тридцать. Подожди, пригорает. Подгорает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, сорок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, пятьдесят. Все, я умер. Еще что-то будет? Да. Так, значит, мы переходим к следующему нашему упражнению. Что мы сделали? Мы взяли три ленты, три жгута резиновых, зафиксировали колено. Обратите внимание, чтобы ножка находилась ровно по отношению к корпусу. То есть она не должна быть завалена вовнутрь и максимально уведена наружу. То есть этого быть не должно. Наружу чуть-чуть может быть, но то есть как бы в район плечевого сустава, не дальше. Так? И то же самое работает с голенью. То есть мы одели манжету, две ленты фиксируют максимально дальше, тоже, чтобы не получилось, что у нас нога наклонена вовнутрь. Да? То есть она у нас... Голень, продолжение бедра в прямом положении. Так. И за счет напряжения брюшного пресса мы будем работать к себе бедром. А улыбка? Давай. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 50. Отдыхай. Да. Получается, что за счет напряжения четырех главной мышцы мы тянем колено вперед и очень сильно работают мышцы корпуса. Пресс. Пресс, да. Причем работает здесь не только нижний пресс, но и верхний пресс. При практически любых движениях колен к животу, ног к животу, либо скручивания корпуса вверх, всегда работают и нижний, и верхний пресс. Ну и бедро. Что-то больше, что-то меньше, но всегда два. Бедро да. Тоже. Так, ну что, продолжим? Нет. Нет? Нет. Вдох-выдох и потом продолжим. Ладно, потом поговорим. Да. Раз.
50. Хорошо. Отдыхаем, меняем ногу на противоположную. Катя, я вообще все, умер. Так а вторая нога? Так а зачем мне вторая нога, если я умер? Я не понял. Где логика? Не знаю. Давай ты умрешь потом. Ладно, 15 минут у тебя осталось. Так. Мне кажется, это упражнение получше стал делать, так как-то на секунду. Четче. Четче. То есть не получше, да? Ну что значит четче? Это что, по-твоему, лучше или лучше? Четче это четко, чечетка, знаешь? Четко, чечетка. А что, не четко, чечетка? Так, ну что? Я немножко подфиксирую, чтобы она прямее была здесь за эту ленту. Работаем. Раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Отдыхаем. У меня слезы потекли уже. Все. Почему по пятницам ты меня доводишь до слез? Это просто конец недели, дело не во мне. Да. Мне так все уже устало. Еще подходит, Дима, надо сделать. Кстати, у меня устал весь организм. У меня устали не ноги, у меня устал весь организм. Представляешь? Ну, для ровного счета, ну. 11 раз делаем. Для ровного счета это 11 раз. Да. Ладно, сейчас сделаю, Катя. Ладно. Ой-ой-ой. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 50. Ты сделал это! Мы закончили комплекс с ногами. Нам еще пресс. Ура! Мы решили проэкспериментировать и посмотреть, ну, что у нас получится по напряжению. Оставляем валик под тазом с максимально растянутым прессом и работаем с фитболом. Ух ты, интересно, идет прям в ряд. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. И 10. Я хочу взять. Хорошо. Все нормально. Нормально? По-другому. Пресс напрягается, но чуть-чуть по-другому. Пальцы скрутил сильно выпрямо. Угу. Давай. Раз. Два. Здорово. Три. Четыре. Пять. Шесть. Вот наша тренировка подошла к концу, пятничная, очень тяжелая, уставшая. Только хотела спросить, как ты себя чувствуешь? Устал просто до безумия. Были, вы сами видели, что упражнения вроде те же, а мы перетянули живот, перерастянули. Перерастянули живот, положив валик под таз, да, и немножко по-другому срабатывает мышечное волокно. То есть одни и те же упражнения вы всегда можете чуть-чуть видоизменить, нагрузить там, или резинкой, или утяжелителем, или тем же самым валиком перерастянуть мышцы, и уже по-другому вы будете выполнять это упражнение, соответственно, становиться сильнее, бодрее, веселее. Но все равно, если вам эта лень все придумывает, смотрите нас, повторяйте за нами, тренируйтесь. Да, вместе с нами. Да. Будьте здоровы все. Всего доброго. Всем пока.